Всем привет! С вами Итальяночка. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы узнаем с вами, как сказать по-итальянски «будет сделано». Ну что, вы готовы? Siete pronti? Тогда начинаем. Sarà fatto. Будет сделано. Sarà fatto. Consideralo fatto. Считай, что это уже сделано. Consideralo fatto. Lo farò. Nessun problema. Non ti preoccupare. Я это сделаю. Никаких проблем. Не волнуйся. Lo farò. Nessun problema. Non ti preoccupare. Detto fatto. Сказано, сделано. Detto fatto. Agli ordini. Так точно, будет сделано. Agli ordini. Это военный термин, но его часто можно услышать и в разговорной речи. Он используется в шуточной форме. На сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы узнали что-то новенькое из этого видео. И апресто. До скорого. Ваша итальяночка.